За этим ограждением идут сложные технологические процессы. На площади в 2000 квадратов тяжелая техника укладывает основания для будущего пешеходного перехода. Сроки сдвинулись из-за укрепительных мероприятий, но безопасность и комфорт на первом плане. Да и вода не приходит. Откачиваем. Идет. Все равно слой водоносный никуда не делся, он так и будет. А в переходе тоже вода? Ни в коем. Серьезная будет гидроизоляция. По периметру чаши перехода установлены 168 шпунтов, специальных конструкций, защищающих сооружение от подземных вод и обрушения грунта. Рабочие заливают бетонное основание и армируют днище. Уложены дренажные трубы. Водоотведение – очень важный этап реализации проекта. Уложимся. Какого у нас 20 мая мы сделаем все, чтобы оно было. Для автомобилистов остро стоит вопрос движения по Анапскому шоссе. С приближением лета градус недовольства растет. Сергей Сергеев предлагает подрядчику не ждать окончания стройки, а как можно быстрее открыть этот участок дороги. А вы как планируете пустить транспорт, а здесь заниматься ограждением, да? Ну, если мы что-то это самое мы сделаем, я считаю, что это в первую очередь сделает и там. Чтобы открыть движение? В крайнем случае, а да. А здесь огородят, стоит. Да, тут уже, допустим, на производитель делку уже нам не нужна эта вся площадь. Мы спокойно можем разгородиться и уже заниматься отделкой. Реализация важнейшего проекта на ежедневном контроле главы курорта.